Всем привет, ребят. Продолжаем проходить Elden Ring. Значит, вот тут я нашел ключ возле дракона. Но дракона я не завалил. Позже довольно-таки. А может быть, потом получится. Посмотрим, короче говоря. Вот, этот ключ открывает у нас вот это вот все. Вот это вот замок. А, поковырялся тут, побегал, в общем... В принципе, что, нам сейчас убить нужно сюжетного босса. Он маг. Точнее, королева, по-моему. Вот. Она помогает респекаться. То есть не то, что помогает. Ну, после того, как ее завалишь, можешь себе изменить статы. То есть перекачаться любого другого персонажа, скажем так. Вот, поехали. Можно было, кстати, я все равно там находился, можно было не портоваться. Здесь был босс, я его завалил. Здоровенная такая, бешеная лиса. Вот. Погнали до нужного нам. Здесь срезка просто. Дарья Кононенко, привет. Привет, Даша. Давайте всех мы пропускаем, тут ничего такого. О. Ирил Гаоси, привет. Хороший... Здорово, Серега. Здорово. Постараемся. Тут он, видишь, игра подвисает, когда захочет. Вроде вчера патч вышел, но особо что-то, по-моему, ну как, чуть-чуть пооптимизированней стало, но все равно. Лагов меньше, но вот такие зависоны бывают. Ну. Просралась игрулька. Причем, кстати, по-моему, а, нет. Даже когда вне стрима тоже лобаешь, все равно подвисает. Ну, такое бывает буквально там раз в 2 часа 3. Бывает вообще игра крашится. Ну, повылетает и все. Ирил Гаоси, удали Dying Light 2, влияет на кольцо. Так, особенность этого бота в чем? Нужно разбить вот этот дискошар, который у нас светится. В нем бабочек. Чтобы этот шар разбить, нужно запалить ползучих этих тварей. Кто из них кастует вот этот шарик. Сейчас шар грохнется. Дело. Напинули. Ну, это только первая фаза. Нормально. Все, надо валить. Так, снова лупим. Ищем, сколько стоит. Как у вас там дела-то, Серега, на этом? На боевом фронту. О, нашел. Не то. Первое. По-моему, 3 таких надо. О, вторую нашел. Все? Нет, по-моему. Еще надо 3 искать. В игре очень много магии. Подобной хрени, короче. Так что я думаю, то что придется как-то в мага переделываться, ну или что-то в этом роде. Ну вообще сначала надо, о, не нашел, вообще сначала этого босса надо завалить.
Все. Падай. Хорош. Первая фаза. Вторая будет посложнее. В этом шаре баба сидит, она какую-то личинку постоянно наглаживает. Шапка у нее чумовая вообще. Не обухать можно. Рок изобилия. Ах, ой, ненаглядные. Оттриньте страх, я обниму вас. Наберись терпения. Усиливаем оборону. Взаимодействуем с регуляторами. Не други долгат, как проклятые. Но безуспешно. В остальном спокойно. Иностранцы линяют с руководящих постов. Все ок. Андрей Тихонов. Нихуя ты все. Веру до 24 вроде. Потом меч света и тьмы найдешь. Вот он за БС. Посмотрим. Ну, короче, надо сначала этого босса завалить, чтобы респектнуться нормально. Сила, это хорошо, но тут милишникам тяжеловато играть. Просто тут очень много магов, которые не дают к себе подойти. Я, кстати, знаю теперь, где молния, вот это вот заклинание надо быть. Его в круглом столе продают. Потом будут продавать. Вот с этой молнией потом можно вполне завалить и дракона. Так, а последний королева рода Кария, что-то там, бла-бла-бла. В общем, красивый, красиво-то как. И величие колдовской ночи. Угу. Окей. Вообще в идеале самое то, как бы и то, и другое уметь делать. Ну, то есть, короче говоря, какое-то милишное, ну, допустим, ближнего боя оружие. Ну, вот, к примеру, какой-то несложный. Ну, там вот у меня сабля, допустим. А такую бы сабельку в идеале. Сокращаем дистанцию. Бля, это ваншот. Уа! А зачем я не говорил? Причем тут очень много вот этого подобного херни встречается, то что тебе просто не дают. Ну, большой, большой просто упор делает игра на магии прям. Вот в идеале бы и посох какой-нибудь иметь, чтобы переключаться. Чик-чик, и все. Хлоп ты маг, хлоп ты, короче, милишник. Вот так было бы здорово, но вот так не получится. Ну, по крайней мере, я не знаю, где столько душ взять, чтобы прямо это, и то, и другое кастовать. Ну, в смысле кастовать. Сука, вот на секунду задерживаешься, тебе надирают жопу. Причем вполне даже с самого начала понятно то, что игра прям про магию. Магии тут очень дохрена. То есть прям тебе вот всякие эти, как его, дают способности и так далее, короче. Все, магия, магия, магия. Шмоток почти не дают, оружие, ну, оно есть, как бы, но, хрен знает, я пока. Вот саблю на плюс 10 заточил, пока больше ничего подходящего я не нашел. Короче говоря, колдуй баба, колдуй дед, надо сделать что-нибудь такое. Где еще? О, все вижу. Все, падает. Зацепила сучка.
Где? О, ладно. Да не того ты ловишь. Так, две есть. Где еще? Блин. Ну, если в центре нету, значит где-то по этому, по окружности. Не видать. А, вон она. В темноте хорошо по свету найти. Да повалить его отсюда. Бля, быстрее, быстрее, быстрее. О, о, успел, короче говоря. Ах ты гнида. Последняя падла кольнула мне в бочину и все, проигрыш. Вот, сука. Ну, я, короче, во вторую фазу я мертвым перейду. Здрасте, блядь. В принципе, во второй фазе, если будет время, можно и рыцарей кастануть. Помогут чем-то. Тут, короче, надо очень много интеллекта и мудрости. Прям нормас какого-то перса сделать. Ну, по желанию, конечно, чтобы пользоваться той же самой саблей. Желательно, конечно, и силу с ловкостью. Но это говорит о том, что тут придется фармить. Фармите много, причем. Да, идите его сразу. Тут встречаются боссы, как бы, да, вот на, ну, на них можно, типа, душ поднять, но дают по 5, по 7 косарей, а если у тебя левел один поднять стоит 1020, ну прикинь, сколько боссов надо не подохнуть завалить. Причем бывает такая тема, то что тут штрафуют. То есть один раз ты поставил души где-нибудь, ну то есть подох где-нибудь, на ровном месте просто. Обратно туда возвращаешься. Вот буквально сегодня такая тема была. Когда руну активировал. Было 12 косарей. Так, давай обойдем. Было 12 косарей. Один раз я подох, возвращаюсь, уже там половину меньше. Вот куда делось? Я не знаю, может это типа баг какой-то? А может игра действительно начала, короче говоря, штрафовать за проигрыш. Да, она падает. Ага. А это кто такой, ничего не помню, это их. Че? Это кто такой? Не совсем понял на это. На английском что-то, ну, буквы какие-то написаны. По-русски напиши, я понимаю, что это как-то. С алфавитом, наверное, никак, да, там? Так, понимаю, ты хотел сказать, что не помнишь, какое, какая, что это за игра? Ах ты гнида, а? Все равно задело. Тут иногда просто тебе прилетает. Я знаю, это откуда. Все? Хотя падаешь? Нет, не падает. Все, ну теперь точно упадет. Давай. Нормально. Заруинили, тетя. Так, давай попробуем сразу. Блин, я не успел. Ру-ру-ру-ру-ру.
Постоянно надо от нее в бок перемещаться. Держа щит, мать его, наготове. О, ни хрена. Круто, че. Второй раз на этот луч нарываюсь, короче. Первый раз он меня вообще практически не задел. Так немного щита снял, но, видимо, я попал просто. Как-то на краешек его, что он меня чуть-чуть только зацепил. Да. Видел еще третьего сюжетного босса. Он такой здоровенный мужик на пол экрана. На маленьком ослике скачет. Бля, просто в секунду, блядь, не успеваешь, твою мать. Ну вот как это? Эти маги вообще дикие, короче, они, блядь, через щит тебя лупят, вообще им похер просто, они все тебя сносят, и причем они довольно-таки быстро кастуют свои заклинания, так что ты вот так вот получаешь просто тонну урона. Если их, допустим, в комнате в какой-нибудь не очень большой 2-3 мага вот таких стоят, они тебя заколбасят вообще за секунду просто. Не знаю, можно, в принципе, особо не мудиться и кого-нибудь призывать. На помощь, типа, help me, help me. Хочется самому, да? Да, блядь, по башке прилетело этим глобусом. Так, третья где? Так, давай, мы сейчас тебя напинаем. Что-то наваливают для книжки там. Пять. Вот. Я ее заметил. Так, вторая есть. Смотри, как глицы падают просто с этого. С потолка. Я сначала вообще поначалу, да, валит. Так, третий упал. А поначалу вообще начал всех рубить. Без перебора. Но так это не работает. Короче, надо какую-то секундочку выиграть, чтобы... Ну да, пацану. Пусть они ее лупят потихоньку. Я буду добивать. Ну и пацанам хана, да, почти пришла. Без этой ее цели. Да, любая херня это почти ваншот, короче. А где пацаны? Один я понял, я вижу то, что сдох, а второй там что-то постреливает своими этими стрелами. К чему вообще?
Они тоже странно действуют иногда. Есть другие заклинания, посильнее немножко этих, как чуваков призывать, но мне интеллекта не хватает. Чтобы все это изменить, надо мать его просто взять и завалить этого босса. Он не очень сложный, но в основном ваншотище. Первая эта фаза ерунда, когда вот потом рушак начинается. Да идите вы в очко, блядь. Пиздец, просто ты на секунду не успеваешь, все нахуй. Вон где маги, там два мага всего стоит, и этот гондон путь загораживает. Ты его, если бить начинаешь, то тебя маги заколотят просто своими тебе посохами. Тут как вариант только чисто пробегать, но если ты в секунду просто в одну не уложился, все, пизда, не тебя скопает. MR.тостер. Тихон прямо из магазина советы дает, силен мужик. Не исключено. О. Теперь я попал в тайминг. Но тут еще может пока бежит в жопу прилететь. Причем вот в этой точке с тех чуваков вот он прилетает. Охрененная дичь вообще. Тяжеловато тут, серьезно говорю, тяжеловато милишникам лобать. Местами какими-то вот незначительными. Нормально. Ну, типа дистанция, вся фигня. В основном тут, если выбрал ближний бой, то готовься стрелять, короче. Хотя, наверное, и маги страдают. Просто некоторые даже мобов можешь на расстоянии магов убивать, там, не знаю, стоя где-нибудь, я не знаю, на какой-нибудь крыше вообще. Просто берешь ему и кастуешь всякую херню. Так-то сабля, она прикольная. Но она валивает, и что такое? Но тут другая дичь творится. Так, я не вижу, где. Хорошо, что книжки не сильно бьют. Ага, вижу. Хуя, это был ваншот. Ай-бись. Когда этот луч снимает пол здоровья, и когда-то все. Круто. Причем, короче, вот здесь, вот на чем мы на прошлом стриме остановились, я сюда дошел, я нашел вход. Там тусуется маг, который, ну, в основном ваншотит Кирилл тебя. Гаоси. Жан-Клод Ваншот. Жан-Клод Миньет. Так вот, там тусуется маг, короче. А, блять. Да вы издеваетесь, сука ебан. Пиздец, сколько там? Раз, два, три, четыре, пять. Пять уёбков. Там внутри еще один маг и два сверху. Ништяк, чё? Отличная дорога к боссу, блядь. Просто замечательно. Надежная, как швейцарские часы, блядь. Плюс еще тебе по маленькой вот этой ступеньке надо пробежать и не ёбнуться, короче, оттуда. И тебе чувак еще мешает, который точно идет на тебя, замахивается. И два мага. Потом босс еще и причем Кирилл двухфазовый. Гаоси. Заебись. Жан-Клод Камшот.
Ладно, сейчас магии обучить его. Комфорт сделаем. Поебись, удра. Есть, короче говоря, пушки такие. Они вообще ничего не весят. Просто вес ноль. Они как эти, как он, как у Дэдпула в Росомахе. Росомаха начало. Вот, такие два меча. Они прикольные, но я их напялить не могу. У меня типа веры, потому что не хватает. Ну там, качать. Вот. А если с такими пухами, короче говоря, да еще магия какая-нибудь. Будет шикардос, я думаю. Да, бля. Так, где третья? Вон. А, ну все, отлепись от цели. Это где ебаняться. Валим, 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 валим. Ой, я успел. С книжки маленько прилетело на этой херне. Да идите вы нахуй со своими, блядь, буклетами. Букварями, зашвыряли его. Ладно, подстуивали. Они о чем-то каких-то гусениц напоминают. Давай, тетя, падай. Хорош. Так, ну давай, наверное, да, для отвлечения маневра, короче, попробуем пацанов призвать, пусть там хоть чем-то помогут. Пусть она даже, ну, просто вдруг она на них сагрится, такое бывает. Да, есть возможность ей подойти и надавать. По щам. Так, тестуем косыка. Вот с картов вставай. Эту обезьяну будет забэкстебить, конечно. О! Пошла мазута, да? Бля-ля-ля-ля-ля. Давай быстрее кикси. Бля, фиганца все равно напал. Попала. Сокращаем дистанцию. Все, пацанов не осталось. Луна в луне, бля. Ах ты, гнида. Никого не вижу. Кто происходит? Поебись, дракона. Она рандомно кастует, короче говоря, вот таких вот фантомов, я смотрю. Потому что видел, как чуваки другие проходят. Она то волков, то каких-нибудь големов, ну и так далее. С драконом, по-моему, я не встречался еще. Видимо, у меня самый удачный рандом, да? Ирил Гаоси. Похоже на червя из ДС-3. Также на воде и самонаводящиеся ракеты. Доктор Аканы пожирней. Ну, по мне, так она гнида какая-то. Ну, кастует вот эти вот херню-то свою. От нее можно уйти, в принципе. Но у тебя стамина на удар не хватает. Да иди ты в очко, блядь. У тебя стамина на удар не хватает, допустим. Надо же еще и баланс здоровья вовремя
пилиться и все такое. Ну слушай, пацаны помогли, я успел их. Успел их призвать. Пацаны хоть что-то, но это, подсобили. У меня еще медальон на реген висит. Ну он прям... По чуть-чуть он поднимает здоровье. Вот фигня. Так-то полфазы на этой падле снесли. Все, нашел. Вторая. Где вторая? Ага. Где третья? Вижу. Да, блядь. А персонаж стадится не в тему, блядь. Переключает на эти, на разные цели. Все, валим. Я в сундук уперся, отлично, блядь. Хорошо, когда их быстро находишь. Опять сел на карты, твою мать. Гербада, сосок чувствительный. Как и мои, наверное. Переключается. Стартов на этот. Так, пацаны, блядь, быстрее. Ладно. Даман 72. Привет, друг, лайк. Пожалуйста, спасибо. Да давай, быстрее. Быстро, ну как, блять, пока отстует, а. Заебись, волна ваншотит. Луч ваншотит, луна ваншотит. Дерьмо, которое она остальное выпускает, тоже все ваншотит, блять. Еще и бежать до нее 10 лет. Ну как, шедевр? Ну, если бы лагов не было, игра хорошая. Эту игру будут еще, наверное, несколько лет разбирать по полочкам. Причем некоторые разрабы заявили то, что они будут стараться делать открытый мир, именно вот как здесь. То есть, скажем так, всем это дело все понравилось, короче. Так что, будем ждать примерно таких открытых миров, как сделано здесь. Планочку хромы подняли. В принципе, хорошо, хотя бы отойдем от этих такого. От зачисток блокпостов там, да. Ползание по вышкам и так Андрей далее. Тихонов. Я дома. Пошли пиздеть. Дракона? Можно, конечно, да, пробовать дракона замудохать. Смотри, короче, дракон у нас тусуется здесь. Даман 72. Не играя в Dark Souls, можно в нее играть как в отдельную игру? Нет, это очень похоже на Dark Souls. Это, в принципе, Dark Souls 4. Короче, вот здесь вот у нас находится дракон. Тихон, к тебе обращаюсь. Здесь находится дракон, а вот здесь, вот тут вот, у нас находится пещера Кристальной Академии.
в этой пещере есть, короче говоря, рогатка. Если у тебя есть мечевидный ключ, то портуйся туда, пещеру открывай. И потом мне отмашку дашь, я туда портанусь. Я пока босса потраю. Эвил Гаоси, можно, но весьма непривычно. Андрей Тихонов, ща все будет. Ну хорошо. Да не то чтобы непривычно. Это привычный Dark Souls с привычными механиками. Ничего, в принципе, не поменялось. Даже вот у некоторых модов там и боссов поведение одинаково. Ну, в смысле, всякие паттерны и так далее. Там прыгание по крышам прям один в один Dark Souls. Такая же она хардкорная, в принципе, ничего не изменилось. Жопу тебе дерут, как и раньше. Блять, ну я не успел. То, что говорили там, то, что она будет более казуальная, нет. Нихера. Ирил Гаоси, непривычно, если ты ни разу в ДС не... А так обычно игра, но со своими нюансами. А, да, типа того. Нововведение в виде карты, допустим. Так бы ты, в принципе, портуешься между кострами. По желанию, естественно. Драконов тут ебаная тьма, я скажу. Они прям этот как его. Короче, я нашел 6. Причем далеко это не вся карта. МР точка просто. Так, подцепи, давай, мудок, я тут падну. Пока ты ее видишь, она хотя бы ничего не кастует. Все, валить надо. Вот в этом хорошо то, что ты мобов призываешь, они ее поколачивают. Не дают ей кастовать всякую ежедневку. Ну и все, у меня мобы кончились. Блять, быстрей! Да, бля. Так, она полетела. Что у нас, понятно. Андрей, быстрей. Верхний щит. Знак оставил. По 999. Так, на меня хотя бы не целочотило. Спасибо, блин, быстрее! Сука. В очко себе, блядь, или кто в кастане? О, это лютый мужик. Дела, блядь, отпрыгнула. Быстрей. Ну, разор, есть. Короче, поцыки, они хорошо помогли. О, малютка Ренни, вплети свою ночь ткань бытия. Пошла нахер, сучка. Ну, с четвертого раза. Нет, с пятого, шестого где-то я ее завалил. Воспоминания о полнолунной королеве. Что-то 440 косарей дали. Мужтяк. Все,
Сейчас надо в круглый стол туда портануться, посмотреть, что, как, на что ее, можно душу ее обменять. Если бы найти эту черепаху с колоколом здоровенную, то можно было бы еще двойную такую душу сделать. Ну, после Старухова что-то я пока не встречал, сколько бегал. Куда вы сбежали, мои милые? Выходите, где бы не прятались, здесь доля книг и света. Андрей Тихонов, за Радана 55к дают. Вот, Радан. Так, не стесняйтесь, выходите или выберите хлад могилы. Разве не лучше родиться снова? Все? Ты проговорилась? Спасибо. Вот Радан, это третий. Че, запись? Че, Володя? Открыть, запись. Так, ладно. Благодати, коснемся. Радан, это третий сюжетный босс. Ну, я говорил то, что он здоровенный мужик на ослике между ног. Вернуть руну. А, это ты. Ты жаждешь нового рождения? Хочешь вылупиться из яйца, стать моей милой крохой? Ну да, с таким колпаком точно мне крохой становится. Перерождение, персонализация. Ну это вот как раз можно, типа, так. Я пока ничего тратить не буду. Андрей Тихонов. Ну он такой. Соло я хозяй, что с ним делать? MR.Toaster. Руины издавать значится. Соло, я не знаю. Там этого босса, по идее, чтобы Радана замочить, там нужно какую-то цепочку квестов сделать, чтобы с тобой, короче, мужик такой, ну, не мужик, а как какой-то, короче, этот, с башкой льва, короче, сражался. Потом чашка здоровенная, кого-то еще, по-моему, можно призвать, типа, и вот вы втроем, четвером, получается, вместе с тобой валите этого Радана. Ну, они тоже так, как мобы, особо не помогают. А в соло его нереально, по-моему, заковырять, он просто ваншотит всегда вообще. Он просто треснет на площади, и ты покойник. Ну, плюс еще учитывать надо то, что ты с конем там будешь с ним биться и так далее. Ей не руны сдавать. Ей какие-то слезы или что-то такое вот она просит, я не знаю. По-моему, у меня даже такого и нету. Вот этих бы чертей призывать. А, слушай, я теперь могу их призывать. Андрей Тихонов, до 7 духов можно, а чтоб волк был, нужно на службу крыне присягнуть. Ренни это у нас маги, гичка, по-моему, или что-то такое. Ладно, не суть. Короче говоря, я так как руну, короче говоря, восстановил, ну точнее активировал, я теперь, у меня немножко поднялись все характеристики, я теперь могу вот этих вот гавриков призывать. Призывает Олега, Лутель Безголовый. Призывай, давай Олега. Чё? Давай, Олежа, призываю тебя. Он, наверное, весь мой интеллект будет стопудово сжирать. Так, инвентарь. Какие-то слезы, короче, ей надо, чтобы переродиться, короче говоря. А вот, у меня только одна есть. Заманчиво. Тут надо вообще тогда, если мне все переделывать, тут надо очень четенько все статы подбить. Олег, сто пудов топ, мужик. Ну так, я бы не сказал, что прям очень круто, но это неплохо. Ну, лучше, чем два рыцаря, которые один из них мечом рубит, в основном постоянно в драку лезет, а второй стоит, отстреливается с арбалета. По 9 сносит там, ну, херня вообще. Но они хотя бы агрят иногда. Не часто, но так делают. Так.
Тут надо очень много, короче говоря, ну, в смысле, вот все статы перелопачивать, если, короче говоря, браться за оружие вот такое. Я, наверное, это потом этим займусь. Сейчас, чё? Рун, это все равно, как вам? Души. Все равно никуда не денутся. Мы, наверное, чё? Ловкости, да, наверное, бахнем парочку. А нет, один левел. На второй чуть-чуть не хватает. Буквально пару косарей. Сейчас главное где-нибудь не отъехать просто так. Андрей Тихонов, дай в пещеру, жду. Да, сейчас я. Сейчас я в круглом столе, столу. Посмотрю, на что можно кишки этой сучки обменять. Кстати, я с ним сказал, чтобы прям очень сложная тетка. Вот исколомую молнию. Вот можно у этого мужика купить. Молитва слов? Да. Огненных монахов. Я не знаю, когда ты его нашел. Не давай в пещеру, будь мужиком. Вот здесь, короче, будет попозже. Это пока пиромантия продается, здесь попозже будет молния. Где-то вот в этом районе. Ну, надо еще поискать. Так. Пещера пещерой, но... Чего я хотел? Найти вот это вот бледвоу, которое можно душу Андрей менять. Тихонов, молнию нужно книжку найти. Да. Но это попозже. mr.toaster. Береги пещеру с молодым. Вот, тут мы сейчас посмотрим, на что можно эту пещеру с молодым менять. Ну, я еще сомневался. За сегодня я лишь однажды видела две великие руны вместе. Взгляни-ка, пальцы дрожат от волнения. Отличная работа, отважная погасшая душа, отчаяние великой воли оправдались. Заслуживаешь честью владеть кольцом Элден. Отыщи древо Эрт, добейся аудиенции королевы Марики. Дабы обрести власть над кольцом и восстановить золотой порядок. Пальцы возлагают на тебя. Так, все. Сумка с талисманами. О, это хорошечно. То есть я, короче, теперь еще один могу, да, талисман повесить себе. Это очень хорошо. Так, что еще можно сюда? Увеличивает максимальный вес снаряжения. Та-дам-тарам-там. Оу! Короче говоря, это типа кольца Хавала. Что еще у нас есть? Рев по атаке дыханием. Нет, уменьшает урон отдачу при попадании в голову. Нет. Защита при низком здоровье тоже нет. Трясется после смерти вместо урона. А, теряется. Ну, это одноразовая штука. Ладно. Давай так. Вот шмоток у меня не особо много каких-то тяжелых. Но, допустим, я могу бахнуть себе щит. Вот этот, да, и у меня, наверное, перегруза не будет. Да, нормас. Так, снова здесь, в чем же дело? О королеве Марик, ну давай. Истинная богиня, ну понятно. Опять оно то же самое повторяется. Короче, избранный и все такое. Купить. Колпачок этот дебильный продается за 7000, вы что, издеваетесь? Бля, конечно, прикольно с таким гандончиком на башке побегать, но я не маг. Так, вот, короче. Так как я, ну, душу удвоил этого старукова, то вот она, вторая пушка его, когда он дракону башку оторвал. Она огнем поливает. Я пока ее оставил, как бы, но... Ирил Гаоси. Бабка то в глазнице тошно получала. Озорница. Ей мультики наделали, просто она поэтому это. Так, корианский королевский скипетр.
будто луну можно кастовать. Надо мудрости 60. Ну точно, блин. Лучше 70. То есть все статы, короче, даже если я сейчас вложу, то это только вот чтобы одеть их, короче говоря, вот этот скипетр. Который может быть вообще хуйня-хуйня. Ладно, я ее душу оставлю. Если я вдруг в какого-нибудь борзого мага переделаюсь, тогда, может быть, мы с ней попиздим по этому поводу. Так, выбора нет, ладно. И вот здесь еще у нас кузнец усит. А вот здесь вот баба какая-то валяется, которая у нас вот этот призывающих мужиков, которые можно призывать на подмогу себе, она их увеличивает, улучшает точнее. Как ее, где эту бабу найти, я не знаю. Ладно, да? Падает, говорит, свое оружие. Кузнечный камень, ну. И типа, можно еще даже было бы подточить. У меня камней не хватает. Ладно. Буквально пару косарей, и надо будет левел поднимать. Все. Тихон, я бегу к тебе в пещеру. Что ты говоришь там, пароль 3-9, да? А дракона подохнет. Потом дальше можно карту не чистить. Тут он. Ну, здесь, короче говоря, все. Ну, он еще. Вот тут, короче говоря, еще один дракон. Вот здесь, по-моему, один или два босса. В пещере по-любому какой-то босс есть. Вот здесь, по-моему, что-то тоже будет. И вот здесь вот мерзкий маг тусуется. Который я не могу пройти. Так, вот он, рогат. Вот мой дом, родной. Сожрем мазь. И ничего нету. Тут иногда очень странно онлайн работают. Андрей Тихонов, мазь. Я забацал мазь, ничего нет. Иногда прям очень много, короче говоря, знаков появляется. О. Андрей, ОПшник вылез. Ну я хозяин. А иногда вообще ничего нету. Ирил Гаоси, это мазь для гуса. Перепутал. Это мазь. Андрей, тихо. Для дракона. Попробуй себя тоже поставить пароль 999. Так. Пароль для сетевой игры. 999. Окей. Ага, назад. Ну давай еще раз. Я просто перед стримом вот здесь вот в этой пещере бегал. И этот как он, ну, здесь был один знак, а вот здесь PvP-шник. И там еще перед боссом по прямой тоже. Хера нет. Я не знаю, может быть попробовать на открытой местности где-нибудь заюзать. Но насколько я заметил, то что ты можешь, ну как бы, когда призываешь, как сказать-то, когда ты ставишь пароль, то у тебя еще меньше знаков, количество сокращается прям в разы просто.
Бля, я забыл, где здесь рогатка. Может, на открытом пространстве попробовать призвать? Может, так сработает? А таком было тупика нет. Измененная башня. С онлайном вообще странная тема. Проще себе рандомного какого-то игрока найти, короче, чем вот так сконнектить. Хотя они верещали, типа, блядь, коннект будет стопудово, все будет бенч вообще. Но нет. Я не знаю, может, надо 10 тысяч лет подождать, чтобы это говно заработало. Вон рогатка. Никого и ничего. Главное, вот этой дичи вообще полно. Призвать. Стопудово, если пароль убрать, найдутся игроки. Чисто для эксперимента. Он сразу же ПВПшник вылез. Черт. Причем иногда эта вся фигня работает, даже там 2-3 мази ты заюзываешь, тогда только появляется именно на подмогу. ПВПшники вылезают всегда. Почти там, ну, 80% случаев, наверное. А вот как-то помощь кого-то призывать вообще. Ладно, я попробую тогда так, жало. Попробую поковырять дракона. Хотя бы один раз туда скатаюсь. Если нет, то нет. Потому что он бешеный. Самый первый дракон, по-моему, вот на болоте. Он еще вроде как ничего, а этот как-то посерьезнее будет. Товарищи ваншотят и все остальное. Наелся и спит. А чё тут конец свет? План. Пять лет. Ну, сейчас заебень это. О, почти ваншот. Быстрее. Коня. Супер, ладно, я попал, блядь. А я тут бегаю, хилки хуяри. Мимо знак мой был на камне, перед проходом. По-моему, перед драконом вообще никаких знаков нету. Я такие знаки призыва, короче, видел только на этом как-то. Видел только возле рогатых. Воу-воу-воу-воу-воу. Ты я подох?
Смотри-ка, я живой. Это не надо. Блять, полевая с пианом всяким своим. Ну вот, все требовалось доказать. Стандартный трай примерно вот так вот и заканчивается. Причем, ну, чувствуется, да, что чуть-чуть, вот, чуть-чуть эту мразь можно затыкать, но, бля... Чего-то не хватает. Жопу почесал. А этот коня-то не призвал. Где выход вообще? Да, наверху. Андрей Тихонов. Повернись к любому костру. Попробуем. А, ну вот, допустим. Да? Ну давай, кристаллический лес. Далеко ходить не будем. Без пароля. Я искал знаки призыва возле костров. Нету. Тут надписи. Вся хурма. Но. Сетевая игра. Сейчас тупо в общике, короче говоря, ищу. Ничего. Вот, стул лучше. 404. Так, ну хоть кто нашелся. Ай. Так, 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 давай. Тевая. Пароль. Раз. Ой, что не пишет? О. Раз, два, три. Андрей Тихонов, это я. 404-й это ты? Заебись, он исчез. Блять, че угораете? То есть, короче говоря, ты ставишь пароль, и ты вообще никого не можешь найти. Но без пароля ты можешь, ну, можешь найти, так как вообще. Так, тогда давай, я пароль удаляю. По-моему, так у нас больше шансов. Где-то тут, по-моему, да, он был. Ну и чё? То, блядь, есть знак, то нету. Это отсвечиваю. Какая-то шляпа вообще. Ну, причем у меня мазь не кончается. Так, стой, отдохнуть у костра. Ёлая мазь еще раз.
Не. Ну и что делать прикажет? Так, стой там, сейчас попробую сдохнуть. Кедрение феи. Где дракон? Бля, надо бы душу подбирать. А засадка. Вообще на эту образуру надо было, блин, не лезть, а... Просто повалить пару мобов и... Хорош. Пойти еще один левел поднять. Так. Коня добавить. Так, давай еще раз. Андрей Тихонов. Ну, ПЗДЦ. Так вот, еще какой ПЗДЦ? О, стой. Вот он. Призы. То есть, короче, отдохнуть у костра не помогает, чтобы запустить этот. Пароль тоже не помогает. Но когда ты сдохнешь, все почему-то работает вроде как. Плюс-минус. Все? Ты готов? Ты дракона ковыри. Вот в чем забава. Ты не можешь сесть на коня. Ты не можешь сесть на коня, пока у тебя этот как его. Пока ты призвал человека. Весь подстава. Андрей Тихо. А нихуя это не я. 404, ты же сказал, что это ты. У вас что, тут несколько таких? Кровавленный палец. Скрюченный палец. Что за трэш творится вообще? Он там с кем-то мудохается. А что, кого-то себе призвал, что ли, для прикола? Да вы угораете. Андрей Тихонов. Просто у меня тоже три буквы и маска такая же. Андрей Тихонов. Откуда он там взялся? Я не знаю. Причем он, он призвал себе, короче говоря, в этот, как его, ПВП себе замутил. А я его не могу лупить. На. Ну и нахуй мне тут. Идите в жопу со своими этим. Дичь какая-то. То есть ты, короче, призвал. Я призвал чувака. Он призвал себе соперника и сам с ним хуярится. Идите, блядь, к себе домой играйте. О. Он его убил. Дракончика, молодой человек. Он, наверное, не в курсе то, что там дракон есть. Эй, пошли дракона лупить. Да ну, мы его пешком не захерачим. Тут это только хитростью какой-нибудь брать.
Ну, типа... Блин, не призвать никого, нихуя. Скрученный палец гибнет. Ну и вот чё. Я, короче, без лошади остался. Да, 3000 каких-то ссаных заработал. Попал. Ну и все. Без коня я не успею. А я, смотри-ка, тупо везет. Ну, сейчас так и будут улетать. Причем такая мулька тут бывает, они драконы иногда просто исчезают. Знает тоже качаться насколько на типа сил и так 40 с этим люди игру проходят, ну судя по солнцем, да. Возможно состояние дракона можно заковырять, ну типа знаешь там стрелу в него выпустил, прятался где-нибудь. Вау. Нет, ты что-то тупо, блядь, и кончится, и все. Видишь, он что творит, блядь. А шо ты в очко, нахуй? Не, его надо чем-то дальнобольным ковырять. Наверное. Вблизи это, конечно, все смешно и весело, но... Так, пошли, короче, вот сюда. Я буду вот так этот остров обходить. Потом добраться до мага. Вот это. Херово, что когда ты призываешь себе помощника, то ты уже сразу же вообще ничем больше пользоваться не можешь. Вот у тебя тупо есть фляги, короче, и все. Делай, что хочешь. Андрей Тихонов, за тобой буду бегать, знаки оставлять. Ну вот рогатка, допустим. Я ее даже отмечу. Метка. Допустим, вот так. Опять магия. Куда стали? Блять, а? Вот пиздец. Бежит за одним. А кто-нибудь другой хуярит. Через щит лупят. Ну куда вообще? Это
пытается дистанцию, блядь, сократить, а они тупо портуются еще. Нормально. Ах, Иджи, прости меня. Нам верили эти королевские земли, но у нас не было ни единого шанса. Я спать. Андрей, тихо. Ураган, я стал. Сейчас. Я туда подойду. Ну, мне кажется, это все гибло дело. Можешь найти, короче говоря, игроков, но только не тех, кого ты конкретно хочешь позвать. Ну, ёлка. Или Сиера какая-то. То же самое. Так, давай еще раз. Пароль. Раз, два, три. Так, никого нет. Как это работает, я не знаю. Можешь призывать на рандом. Причем это все нормально, это работает. Они помогают, там все ребят. Поразительная херня, кажется. Они там что? Руины заруинили. Идея, где-то здесь должен быть. Что случилось? Ну там в кустах нашел. А, ну. А, волки исчезли. Андрей, тихо. Погнал качаться тогда. Давай. Волки стали исчезать. Это его конь пропадал между нас. Теперь враги исчезают. Интересно, мне как-нибудь дадут с невидимым боссом биться. Так, ну и все. Впереди должен, по идее, скоро дракон попасться. Вроде как. То есть тут прям и летака драконов вообще не пожалел. В смысле? Насыпал от души. Ёбаные маги, блядь. Причем теперь даже рыцари, обычные рыцари, тут тоже с магами стали появляться. Ну где он? Да раз. Так, а стой, чё сюда никак? Ну как-то же можно. Может, с другой стороны.
Конь, наверное, подохнет, да, если я на нем прыгну. Ай, а тут можно спуститься. Тихо. По-прежнему система передвижения и прыжков, конечно, кривовата. Это было у Dark Souls. Но они хотя бы добавили прыжок. Вот такое. И это довольно-таки изменило вообще, в принципе, много чего. Кто-то умудряется прям дамажить, короче, вот с этого, именно используя этот прыжок. Когда получается у тебя как удар с усилением. Почти такая тема. Так. Бля, походу тут... Ладно, пошли. Где я вообще? Кстати, иногда карта бывает не срабатывает. Вот сейчас она не работает. А теперь работает. Что произошло? Что изменилось? Хуяк карта заработала. Он хуяк, он не работает. Походу я какую-то пизду лезу. Опять карты не работают. Серьезно? Это две руки, короче, вместе соединенные, они стопудово дамажат. Чучьи руки. Жабьи пальцы. Дают стальная слеза мудрости. Это какие-то зелья там мутить, что-то смешивать и так далее. Пройдется. То есть щит не помогает, да, особо? Надо, значит, уходить от щита вообще. От этой механики. Если пока это хоть как-то еще играется, то потом будет, будешь больше. Надо вот эту тропинку найти. Если вот здесь не пускают, тогда вот здесь надо подниматься. Вот прям вот эту точку. Вот как-то там, по-моему, можно, вроде как. Да, проверим. На, хуй на роль. Похода нет. Может тут. Я по стенке обойду. Думаю, что где-то или пещера какая-то, или проход все-таки должен быть. Не факт. То есть тут вообще не забраться. Тут только выход, короче говоря. Чем дорога показана. Тут выход чисто вот сюда. Вот дела. Ладно, поперли сюда, короче. Хотя вот прям сюда, наверное. Да, тут уже я везде был. Понятно.
Они снова отобрали у меня. Так и живи. Молчит. Хорошо, что нету ТПОС. Это было бы вообще отстойно. Ну, типа, позор джунглей, короче. Здорово, ребят. Так, тут можно, короче, все это дело обойти. Пока, в принципе, я вот по этой территории вот сколько бегаю, в основном одно и то же. Ну, в смысле, скалы, вода, травка какая-нибудь, ну и в принципе все. Там каких-то очень-очень крутых пока локаций не попадается. Ну, я думаю, все впереди. Какие-нибудь большие сложные замки и так далее. И бог Юда так и в этом спец. Замудренные делать локи. Так, я получается. Вот опять карта, блядь, не пашет. Ну серьезно. А. Так. По стенке бы надо пройтись. Двойной прыжок, кстати, у коня много тоже чем меняет. Который не прорисовывается. Конь где-то рядом. После добавили. Здесь тоже могут какие-то пещеры быть. Ну вот, наверное, основная. Ладно, туда и пойдем, короче. Раз ведут, то чё бы нет. Я не знаю, может быть, куда я хотел идти, может быть, как-то портоваться надо, не знаю. Видно, нихуя. Прям Silent Hill, короче, на первой блоке. Графон не обрезает. Чтобы не париться. Так, давай вот там посмотрим, что есть. А, мужик. Особо меня не интересует. За них мало чего дают, нам удохаться приходится очень долго. Чем они любители у тебя там забрать все эти все фляжки -то? Это... А, это враги? Бля, я думал так говорить. Бля, мне прилетело. Блять, пока я переключался, накидали меня говном своим ваншотище. Ладно, хоть костер рядом.
Так, стой, статус. Сколько он? 68. Когда я не могу Олега призывать. 54. Тут сотка. Хотя красным не горит, типа, ну, значит, если не горит, по идее, можно. Маны прям надо хорошо, хорошо, чтобы было много. Особенно, если у мага переделываться. Я, кстати, не помню, сколько у меня там, по-моему, 1500, да, рон где-то валялось там. Сейчас посмотрим, штрафанули меня или нет. Нет. Примерно так и было. Чуть не отъехал. Ну, этих пидоров подстебить надо. Но пока они вдвоем, это не получится. 10 лет замахивался, блядь, и всегда попадает. Кто-то что такое лютит? Газолина. Две фляжки, вот реально. Два моба заняли две фляжки. Одну добавили, потому что я их замочил. Вот, кто-то на ослике. Ну, это торгаш, что туда. Давай посмотрим, что подает. Тебе нужно. Мне неприятности не нужны. Ну это типа угля, короче. Устанавливает его. Повышает иммунитет, живучесть, концентрацию. Зачаровывает раненого врага, тратит очки концентрации. Лук. Бля, 2000. Ну-ка давай, продадим. Рецепты, наверное, дело хорошее. Прямо надо что-нибудь спихнуть. У чего много. Начнем вот со шмоток. О, куча одинаковых мечей. Всего по одному оставлю. Все, короткий меч. Качество. Ага. Да и все, не хватит. Да, да. Я думаю, все-таки рецепты пригодятся. По идее, у меня... Странно, но окей.
Фляги, получается, будут плюс 6. Ну, у меня, в принципе, и так одна фляга почти все хп отхиливает. Лишним не будет точно. Что, коснулся, да? Фляги, эффективность, да. Сейчас давай тут повнимательнее посмотреть. Я вообще рассчитывал на другую половину слинять. Ну, тут что-то как-то странно все. Да, причем тут этот полуостров не заканчивается. Он еще сюда уходит. Но сюда не перебраться. Ладно, пойдем, короче говоря, хотя бы к дереву. Или же... Нет. Пещеру пошли. Она более очевидна. К дереву можно по-любому и в другую сторону добраться, если там портануться. По идее, вот этот переход между двумя половинами. Моя хз, как-то оттуда добраться. Там семечко валяется. Бля, она полностью в этих... Все в яйцах. Ну, давай к домик. Что тут есть? Конечно, камень — это хорошо. Их, кстати, стали не так много давать, но они какие-то более качественные. По-любому уже возле водопада. Так, эта лестница, она идет выше и выше и выше. Возле водопада стопудово там проход какой-то. Задолбали. Так, лошадь, я думаю, пока не пригодится. Бля, где сам-то вот этот? Ага.
По идее, где-то и пещера должна быть. Либо она вот прямо вот в этом домике. Ну, то есть, там, где лестница. Ну да. Окей, полезли тогда по лестнице. Значит, там будет вход. Ну, если не будет, тогда пошли они в очку. Пойдем еще куда-нибудь. А, это мелкие эти, ракатицы. Осьминог слишком высоко. Запросто, запросто может быть какой-нибудь этот большой осьминог прямо наверху. Залезаешь, а он тебя ваншотит. Нет, смотри-ка. В таких помещениях много дают камней. В конце пещеры будет босс. Пещеры тут сделаны, в принципе, одинаково, плюс-минус. Ну там они отличаются мелкие. И отличается там, допустим, лифт. О, лифт, потом будет еще один лифт. Че, кто меня траванул-то, блядь? Ебись, они делают. А, это на земле валяется, и эта падла, короче, у меня под ногами лопается. Поэтому я дохну, да? Управление отстой вообще. Я потом, блядь, ничего не остается, фляжик. Ну, как правило, все пещеры от финального, от этого, ну, от конечного босса пещеры, ну, бывает какая-то срезка. Меня куда привезли. Главное за ХП следить. Стоит тупить что-то. Треснувший кристалл. Так, мы второго пока дергать не будем. Сначала этого надо завалить.
блядь, булыжник камнем в башку ёбу. Так долго сейчас туда идти? Через все лестницы? Да. В принципе, можно вот этих всех ребят вообще скипывать, короче. Но они могут не давать нормально исследовать все вот эту вот пещеру. А на которые агрится, короче говоря, их можно отвалить, на остальных можно и пропускать. Страшно. Как они вот вообще на тебя не нападают, если ты их не трогаешь? Мелкие, мне сюда. Цепуху кинули, блядь, еще и прибежали все вместе. Мудак успел треснуть. Ладно. Тут главное до босса, до фин, ну, до финального, короче говоря. В этой пещере главное не дотянуть все фляги, короче. Так-то босс не очень сложный. Как правило. В том, то, что ты в основном туда попадаешь. Ему, и у тебя ни хрена не остается. Вон там можно было прыгнуть. Да и, блядь, рано. Я думал, он за этот козырек зацепится, но нет. Рано прыгнул. А, ничего страшного. Всего 2000 душ. Это вот с драконом я ломанулся, что-то про душу забыл. 20-ка улетела. А так всегда. Бежишь, бежишь, собираешь, подох, все то. Тебя штрафанут, если это, конечно, не баг, то ты просто не сможешь подобрать. Потому что тебя убивают иногда мобы, которые вообще никогда тебе даже урона не наносили. Ну, либо сам упадешь. Такое есть. Тут кто-то отчаянно сражался с кем-то. Так, давай-ка мы малых перебьем сейчас. Они что-то борзо атаковали меня. Отравление. Ну, в принципе, уже терять особо нечего. Что взрывается-то, я не могу увидеть.
Что-то на полу, короче, взрывается. И тебя травит. Так, давай еще раз попробуем прыгнуть. Че, она не с этой стороны? Да, вот тут. Конечно, камень тоже хорошо. Так, и по идее надо найти как-то спуск менее травмоопасный. Вот так вот. Это отравление вовсю горит. Оп. Так, теперь можно спокойно подниматься. Как говорится, спокойно душой. Я типа все собрал. На следующем лифте, который будет тоже, скорее всего, получается вверх идти, и вот там тоже будет подобная хрень. Тоже придется покататься, может быть, даже подохнуть пару раз. Чтобы четенько упасть. Да надо. Так, скипываем, короче, этих ребят. Пусть они тут себе тусуются. Чё лежит? Паническая дуга. Мелкие опять. Бля, наверное, зря, да? Ох ты, ёпа-мать. Короче, они тут все цараги. Суки мелкие. Завалите нахрен отсюда. Я когда-то в начало, да, прибегал? Да. Пиздец. Да твою мать. Но их слишком много. Неху паровоз собирать. Ну, в принципе, туда можно уже не идти, в ту сторону. А надо, я собрал. Смысл со всеми там бодаться опять. Если можно не бодаться. Любит Хидетака у нас лестница. Лифты. Прям тащится. Кто не играет, вечно ты ползаешь 10 часов просто вот по этим длиннющим лестницам. Здоровенные лифты, которые нужно обязательно дернуть рычаг. Не дернешь, как правило, ты сдохнешь, просто ты упадешь. Потому что лифта нет на месте. Стандарт. Ну, к этому более-менее начинаешь привыкать. Главное, единственное, не забыть рычажок дернуть. Очко, короче, этих чуваков вместе с отравлением. А, блядь, апокалипс жду. Да, ну вот она вся пиздобратья пришла. Причем на этих мелких гандончиках я фармил. По карте, короче, тут они еще быстро отлетают, буквально 3 удара, и они уже дохлые. Там, по-моему, раз на 6 или 7 ударит, если не больше. Короче, у меня вся стамина кончается, пока ты дохнешь их. И потом еще один удар дополнительный. Бэкстеп на косарь, короче, делаешь им. И потом еще остается у них немного здоровья. Тоже на один удар. Вот они. Маленькие, но жирненькие.
и за них косарь дают. Место для фарма, скажем. Тысяча 400. Так. О, я наконец-то начал отвечать. 100, блять, происходит вообще. Ну да. Все. Сука, и кровопотеря. Он сам сдох от чего-то. И отравление еще. Весело. Блять, я так и знал. В течение 35 часов я добил по этим шарикам с жуками. Из них вылетало только, ну, какая-то плюшка там или камень, допустим. Ну, что-то полезное бывало. Просто фляга восстанавливается. Теперь они, блядь, взрываются. Причем с ваншотом вообще. Лично что? Подохнешь на каждом повороте. Причем какие там пиздущие ты там что-то такое, не, он не поможет от взрыва. Щиты от магии не помогают. Щиты тут конкретно помогают чисто от этого. Ну, мечом кто-нибудь тебя долбанет. И то он тебя раза три, наверное, треснет, и все, у тебя щит сбился уже. Пиздец. Как еще живой ты остался? Такое бывает. Ты их мудохаешь, мудохаешь, кого-нибудь, ну, все, думаешь. Замочил моба, особенно когда их толпа. А у него там одна хп висит, и он тебя может просто взять и сваншотить. И они еще, сука, говорят о какой-то казуальности. Нет. Это как была жоподерка, так и осталась. Ок, теперь красивее. Есть красивые локации, все такое. Андрей Тихонов, покажешь, в какой-то ты пещере. Ну вот это. Серьезно? Так, еще один лифт. Ну, судя по статуэтке, это призыв на босса. Андрей Тихонов, СПС. Мягкий хлоп, да. Так, ну и чего? Это получается другая половина острова, да? Так, ладно. Давай возле костра. Я там, по-моему, фляги какие-то потратил. Так. Шли. Первое. Место призыва. На всякий случай.
Мелкий гондон, а? Как бы ему пендали бы трецл. Тихо, 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 ну это твою мать, блядь. Бэтмен ебучий. Ай, блядь. Причем пока ты не этот, не отойдешь за угол, ты Бэтмен этого не видишь. Только во время того, пока ты лупишь эту мелкую мразь. Но когда ты стоишь на земле, тебя эти Бэтмены вообще как-то, ну, назад отталкивать они тебя не могут, насколько я заметил. Так, ну, меня снова не штрафанули. Я думаю, что все-таки со штрафами это какой-то баг. Ну и что ты упал? Бежать. Чуть сам не выпал. О, и Бэтмен активировался. Нахуй. Ну, что еще он придумает? Надо, кстати, наверх тоже посмотреть теперь. Два Бэтмена, а вон третий еще. Вот тут сейчас щит помог. Еще один. Куда вы, блядь, беретесь? Случай, Бэтмен. Опять еще выше. Такое, а. Короче, меня походу тащат вот прям туда ж. Вон туда, на самый-самый верх. Думал, песня что ли поет. Ну да, кто-то песню поет. Да, где бы такую броню надо быть? Чувака волосатого. Заебался уже в дефолтном шлеме бегать. Это вот это чучело песня поет. Ну да, судя по звуку. А. Это Мега Бэтмен. Пизду, надо лечиться. Заклевали? Вот так вот просто толпой, блядь, мобы заковыривают. Хули, у всех по 508 атак. По чуть-чуть каждый сшибает и все. Опять отравление? Угораете. То есть бабка сидела с крыльями, песни пела, перелетает и травит меня. Что выпало? Понятно, руна. Ну это как
Флаконы небольшие. С этими, с душами. Такое себе, короче. Еще кто-то песню поет. Она еще выше, еще одна будет. Бля, ну туда, где я не знаю, там какая-то штука лежит, вот прям на этой колонне. А, ну слушай, ну у меня же прыжок-то точно есть. Прям это так и сделаем. Кто меня тут грызть не собирается? Оп, и аккуратненько. Вот так вот. Ага. Тут не обойти. Поторопишься, ёбнешься. Скорее всего, насмерть. Ну да. Так, теперь хилки, короче, контролируем. Задолбали травить, а. О, я так и думал. Я так и думал, что рядом будет Бэтмен. Просто мне повезло, а так бы он столкнул. Толкает. Ну тот стой, если будет обратно. Так, давай хилимся. Только еще и босс был. У меня всего 5 или 6 фляг осталось. Благодати нет. И две, что ли, то я надо этом песни поем. Так, надо мелочь, короче. Блять, я не двое активировать. Ого! Нет, пацанов я не буду привлекать. Надо самого. Ползаю, так как уверен. Уверенно и медленно. Может быть вот так, а пойти. Ну все, они взлетели. Полетели просто вдвоем, блядь. Все же нахер съебнули мы. Чего пошли? Блядь. За секунду просто за морду схватило и ваншот. Шесть косарей, но я не знаю, если получится до туда добраться. Ага, и не получится. Ну как получится, только с, опять с такими же примерно потерями. Там же у нас первая баба поющая, потом куча бэтменов, короче. Идите вы нахер. Вот я что думал. Никого. Нет. То есть опять пробираться через всю эту херню.
Просто потому, что там две сучки. И стопудовые, не знаю. Мне кажется, не сразу их получится пройти. Ни срезки, ничего такого нет. Ну и чё? Теперь я Бэтмена не интересую. А тут, по-моему, побольше было. Слушай, а тут какая-то лестница еще. Рано ведет. Так, ну пускай чел копает, короче. Угу. То есть небольшая срезочка вообще. Я понял. Чуть-чуть можно сократить будет. Лучше мы стопудово там, я там последний раз крутился. Но по-быстрому мне туда не забраться. Придется валить всю толпу тут. Еще три штуки. Тогда просто хуля трэш творится из удара по тебе и борьбы с ебанутой камерой. Слушай, мне повезло. Более-менее, меня не траванули и с какого-то, ну где-то раза 4, да, получается, я по ней попал. Так, ну тут срезок никаких. Так, тут, да. Он что-то странно, он присел. И стоял, ждал, пока его ударил. Кладка осьминога. В смысле, Бэтмены кладками осьминога питаются, что ли? Куда бы мне к рыцарям попасть? Было бы прикольно. Ну это ж потом. Давай мы вот что попробуем. Сейчас мы луком сагрим одну хотя бы падлу.
Ну, активируются две сразу. А, нет, слушай. Я заинтересовал только одну. Так, это просто замечательно. Главное близко не подходить туда. Ранее не активировалась. Наорал еще отравление бахнул. Так, давай сначала тех осьминогов порубим. Там капуста. Потом уже к ней полезу. Активировалась. Ну, в принципе, она меня уже точно второй раз не отравит. Нормас. И камень кузнечный. И чё? И ещё руна. Окей. Подают органическое долга. Еще один лифт. Ну-ка, если туда попробовать попасть, хотя. Ну давай, я посмотрю, что там есть. Ну, по-моему, там вообще туда, ну, нихер соваться. Там кроме осьминогов ничего не сидит. Я забыл про жизнь, которая у меня кончается регулярно. Андрей Тихонов. Смотрел в Инете, где руну полнолунной королевы активировать. Нифига нет. Хочу узнать, что она делает. Она там написана в руне. Она... Нет, я думаю, я туда не пойду. Дело того не стоит. Она просто меня заколбасит сейчас. Она пишет в руне то, что там типа просто идеальное воскрешение или что-то такое, если ты активируешь. А где... В интернете вообще, по идее, по Elden Ring мало информации абсолютно. То есть там есть, допустим, место, где фармить. Вот я гуглил, короче. Вот это ты можешь узнать. Но, допустим, как где какую руну, допустим, активировать, это уже нет. Не помню я, где ее активировать. О. Я голубей. То есть это теперь началась, походу, обычная стандартная пещера. Спасибо. С отравлением бегать такое себе. Опять эта гнида поет. Тогда у нас мистер босс. Так, давай я сначала сам попробую. Угу. Тут будет ящерка, я вспомнил. Тут будет ящерка, за которую дают двуручную пушку. Ну так, чтобы прям хорошая, да? Пацанов не призывает. Магмовый змей Макар. Давай, Макар. Побьемся с тобой. Я думаю, просто как этому Макару бы подойти еще.
вот так, да? О, нет. Макарта, у нас два удара, и ты покойник, короче. Блять, как подойти так? Ну-ка, Мака, дай-ка эти. Пиндальну. Слушай, он жирненький. Да, блядь. Радана еще завалить надо, чтобы у него броня-то была. Продажа. А, кстати, Старукова не продавалась ничего. Никакой, по-моему, одежды. Поет-то, блядь. А, понятно. Если то поет тот, кто внизу находится. Теперь я причем не применял, но знаки горят, призыв. Великий Тагот рогатый. Значит, это, скорее всего, этот какого. Это фантомы. Краш какой-то. Да, давай еще раз. Нет, зачем фантома призывал? Ну, персонажа надо однозначно перекачивать во что-то другое. Вот я бы тупо сейчас держался на этом, ну, вот на таком расстоянии от этого дракона. Затыкивал бы его чем-нибудь. А не вот это вот все. Так, у меня почему-то руна не работает. Стоять. Почему-то у меня не пашет руна. Я хоть звякнул, пацана, да? Тут то ли руна, то ли медальон, у меня почему-то он крутиться перестал. Блять, все сгорели. Уроном точно нужно в магию переходить, то совсем плохо будет. Да, видишь, я пробовал, короче говоря, но это сабля чем хороша, то что чё за хрень, это сабля чем хороша, то что это, как Андрей Тихонов, руну другую активируй. Я забыл про лук, во-первых. Вот дело в луке, вот он почему не перекувыркался. Не-не-не, его можно не активировать. Ну там не добавить чуть-чуть статов, но это фигня. Я просто лук не убрал. Я же его доставал, чтобы поющих сволочей ебануть. Так, Макар. Причем переделываясь в мага, ты можешь призывать более серьезных крутых фантомов. Есть еще пушки, вот двойные. Где эта шляпа? Вот такие. Надо веры 30. Андрей Тихонов добавит по 5 на каждый старт. Ну, такая вот пушка. Ой, не то. Как там ее? Андрей Тихонов. А девку с фантомами ты где минус? То пропусти. Которая фантомов прокачивает? Я не знаю, где ее искать.
вот так. И потом... Как ее, две руки-то? Короче, вот эта хрень, она, во-первых, не весит ничего, делает быстрые удары. И как-то это можно в две руки напялить. Забыл, как... что надо прожимать. Короче, в этой хрени очень хороший этот, как его... заточка и так далее. Можно тут с прыжка гасить. И так далее. Заряженные удары, вот такие вот. Штука хорошая. То есть ты, получается, и милишник с ними будешь. Почему-то их два должно. Я не знаю почему, но не ставится. Ирил Гаус, надо шлепнуть тебя по заднице, и сразу боссы повалится на раз. Угу. Короче, вот такие дела. Нужно 30 веры для этой хреновины. Кстати, взял я эту рапиру. Она похуже будет. Веса поменьше, но она похуже, чем вот эта вот сабля у меня. Сабля на плюс 10. Ну, такое себе. Единственное, что вот она тогда была, то что у нее урон нормальный. Ну, в смысле, она быстро ей машешь и особо не выдыхаешься. Давай-ка, товарища, призовем. Чё на Макаре-то страдать 10 тысяч лет? Я вот не знаю, что за пуха с него валится. С Макара, ну... Надо посмотреть. Обычное приветствие. Давай пацанов заодно. В лаве топчется, ну самое что, блин, просто сейчас брать ему и это напихивать. Так, таямба. Бля, Макар со своей лавой. Сука. То ли он хвостом тебя в эту лаву пододвигает, то ли ты урон получаешь от того, то что он хвостом вообще тебя в принципе трогает, я не знаю. Ну хуйня, сейчас потравим, завалим. Бежать недалеко, так что без проблем. Фантомы есть? Пение просто. Мозг въебывает, то что она там воет, это курва. На-на-на-на-на, вот это говно. Так, один есть. Пацанов, сюда же. Переделывавшись в мага, мне придется осваивать новые механики. Магом я не играл. Во-во-во-во-во, сейчас отъеду уже, блядь. И было не было. Тупо на одном хп как-то вытащил. Да навались на него. Там возле дверей вообще сейчас то тупо передовая была. Блять, Зорька. Тихо, тихо, ну блядь.
Я у него в ногах запутался. Что-то у нас этот с молотком чел такое себе, как бы. Он, по-моему, только сейчас урона получал. Сука, и фантомов-то посерьезнее не вызвать. Ну, в смысле, моих вот этих. Че эти два рыцаря, которые, блин, практически в самом начале давались? А на других все, сорянчик, на других у меня интеллекта не хватает. Так, пацаны. И вот так вот. Рассекать на. О, застанили. Ну-ка, дай-ка ему пиндальну. Ну, это было неплохо. Тихо, ну дай, дай свалить. Серьезно, он как Годзилла на две ноги встал. О! Навались, мужики. Хорош. Ща мы его. Бля, чё так мало-то? Я думал, он сейчас как прилетит. А он как не вывезет. Куда не вывезу я. Быстрее, блин, вперед свою херню. Все. Антон потом. Я за ним следом. Заебись, ваншотит. Короче, вам это плащуга на грозовом холме. Это 5 костер от начала. А я туда подходил. Плащуга на грозовом холме. Ну-ка, подожди. От первого шага, да, ты считал? От грозовой холм. Вот он, плащуга на грозовом холме. Но там ее нету. Она исчезла, короче, и вместо нее просто семечко осталось. Все. Я ее больше не видел нигде. Вот тут было семечко, а вот тут она сидела. Как-то так. Ты к ней подходишь, короче говоря. Андрей Тихонов. Странно. Так вот, ты к ней подходишь. Она говорит там что-то бла-бла-бла, короче. Типа. Не помню точно, что-то там поискать надо или что-то такое. Ты, короче, к ней подходишь второй раз. Вот, она такая, типа, окей. Или молчит вообще. А потом, когда ты этот какой. Потом она появляется и все, и исчезает. Я, ну, там, сколько раз пробегал, вместо нее семечко осталось. Она потом в круглом столе появляется, в центре стоит. О, я ее не видел. Я бы заметил сегодня хотя бы.
Я Паска. Здорово, Алекс. Здорово, Алекс. Бля. А-а-а-а-а-а. Валить надо. Что-то Макар бесит нас там как бы. Макар, ёбу дал. Блять. Ну что ты, куда? Ну-ка, в колоннах запутался, кручусь там просто по лаве, сердце на, блядь, дамага прилетит. Тут не бывает чистых хрен. Тебе постоянно что-то мешает. Что ты с этим какого с Магритом бьешься, что с этим старуким постоянно в чем-то застреваешь. Тут он колонны понатыкали, все нормально. Илья Паскан, надоело отдыхать, выходи уже, насосы крутить. 9 мне с утра. Скоро. Так, уже один фантом мой отъехал. Проходил ебучий, а? Да я не достаю до него тут. Все, набегался. Илья Паска. Да, ты ко мне в смену возвращаешься. Так, я знаю, да? Так, ну половинку там мы расшибли. Сейчас главное ваншотика не схватить какого-нибудь. Всем. Да я смотрю, он любит. Бля, ну жира, кстати, у него прилично. Все, у меня второй солдат отъехал. И как? Валить надо. Я не знаю, по-моему, щит спас. Ты гнида какая, а? Бля, я думал, он куда-то в стену долбанет. Да, тут по-другому-то не бывает. Я из горька вышел, блин, но ни хрена. Бля, у меня стамина нет. Полторушечку ему как треснул. Ай, все, и он, короче, недоступен для удара. Пока не встанет. По-моему, щит меня спас. Я точно не понял. Ну, походу. Быстрей! Блять. Осталось-то ему чуть-чуть. Ёбище, двоих сразу сваншотил, гнида какая, а? За мага ему можно было просто с другой точки поля просто взять, напихать полную жопу с этой какого маны, да и все. Он бы отъехал, остальное добить просто. Пока он с этими возится, можно ему было очень много урона насливать. Я местами его просто догнать не могу.
там бегать начал. Может дать ему поноситься? Че, он прям за мной бегал? Первый солдат отлетел. Понятно. О. Но я тупо не успею. Сорян, хилиться надо было. Тоже это важно. Слушай, ну он как мидир хотя бы хвостом дадут. Спасибо и на это. Давай, 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 на меня. И посыпаться. Что-то солдат живой ходит, постреливает там. С арбалета какого-то самого. Как будто урон какой-то наносит. Все, валим. Вот именно поэтому и валим. Ну. А год там, короче, в себе урона впитал как следует. О, ну-ка дай-ка ему пиндальну. Прям в глаз мой. Ладно? Вот так вот еще. Все. Ему больше не подходим. Вот, ну ты на ровном месте-то не подыхай. Я сейчас долбанет на площадь, да-да-да. Бля, чё ж такой жирный-то? Всё, так вот отъехал. А, шёл ты. У меня есть щит. Давай, один удар. Готов. Чешуйчатый меч магмового змея. Драконье сердце. Да. Такие дела. Так, я, получается, пришел-то оттуда, да? Ну-ка, давай. Меч глянем. Чешуйчатый. Ну, да. То есть туда же оружие двуручное. Требует какой-нибудь веры. Какой-нибудь интеллект, допустим, мудрость. Вот, допустим, мне сейчас дали пуху. Средненькую совсем, как бы. Ну, единственное, что с огнем она маленько дружит. Вера плюс 18, пожалуйста. Ну, стандартная такая вот дурочка. Чем-то напоминает, я третьей ДС-ки с такой бегал. А силу 24. Кстати, не очень-то и много. Ну, с ней можно бегать, но надо и веру, короче. А у меня вера изначально 8, по-моему. Или 9. А нет, 12. То есть мне 6 пунктов не хватает веры, чтобы таскать эту падлу. Тогда, возможно, она будет неплохо дамажить. Если ее опять же прокачать, потратив херу гору там всякое. Всяких камушков. Меч больше тебя. Ну это двуручка, они такие. Тут молотки, алебарды, всякие топоры, они всегда больше, чем персонаж, по-моему.
маленькое одноручное оружие, оно как бы лупит быстро, но не очень сильно. Ручка лупит 1-2 раза, и лучше убегать куда-нибудь. Не знаю, в Йому куда-нибудь уезжать просто. Такси вызывать себе. Потому что заденут. Но с двуручками нельзя таскать щиты. Щиты дело такое. Но не всегда помогают. Далеко не всегда. Ну, тут так же, как и в третьей ДС-ке. Игра про перекат. Вот она что. Плато Альтус. Ну, вот таким макаром я здесь и окажусь. Сучи хиды такая. То есть, в любом случае, здесь никогда не появишься, пока ты не завалишь этого дракона. Ну, то есть, ящерку. Здесь хоть забегайся. Основные боссы-то тут тусят. Дракон где-то вот в этой точке. Еще один из. А потом здесь ты можешь спуститься и просто, ну, вот до вот этих, до вот этого примерно момента, где вот мы рогатку нашли до стенки. И все. Да, возможно, вот в этой точке можно упасть, но не подняться. Так, вот такие дела. Надо плато Альтус. То есть в некоторых местах все-таки это коридорная игра осталась. То есть ты из пункта в пункт ДБ можешь попасть, но не всегда. Я думал, какие-то вагончики раздолбанные. Нет. Дома. Ну, меня прям туда, на гору тащит. Давай, коня. Там цветочки довольно-таки опасны. Кстати, а сколько у меня? 15 тысяч. Ну вот опять 25. Не, подожди. Давай я, короче, хлопну все, что есть по рунам. Я хотя бы левел подниму, а не опять буду просру столько этого. Так, 18, наверное, 20-ник примерно. Сколько это будет? Давай 4. Почти. Жалко будет очередную партию рун. Посрать. О, поле дело пойдет. Потом, если еще статы я перекачаю, и будет маг. Ну или что-то в этом роде. Так, левел. Да давай его. Бля, чуть-чуть не хватает. Чё там, 1000? Ну, 1600. 600 душ останется, хоть не обидно будет просрать. Надо туда вот до упора слинять, посмотреть, что там есть. По-любому что туда есть. Кстати, пейзажик обновился. Да, у нас теперь глубокая осень. А где я вообще? Надо отсюда уходить, я думаю. Вот, конечно, весело, но
Стой, давай я помечу. Как-то отсюда выбраться наверх. Так вот я не разобрался, как этими мужиками пользоваться, которые подсвечивают путь, дорогу там, куда тебе идти. О. Вот такая. А, понятно. Я думал, это NPC. Проводник и привратник для тех, кто возвращается к корням. Так-то это мечевидный ключ, по-моему, у меня один есть. Давай-ка пещерку, да, откроем. Просто до этого сколько я не находил этих чуваков, которые подсвечивают дорогу. Ни один нормальный путь так и не указывает. Они куда-то светят в пол, а что там искать, что делать, я не знаю. О, это серьезный чел. Он ваншотит. Вместе с лошадью, ёбну. Круто, чё? Раньше он за босса считался. Такого уже валил. Или там моб обучен. Отлично. Андрей Тихонов. Норму указывают. Не знаю, я два, по-моему, или три таких находил. И оба показывали просто в землю. Так, у нас этот товарищ, короче, цветочки заряжает. Ну-ка. Хватит. Мог не призвать. Заебись, стелс работает. Предстань с картоф-то, я не знаю. Пока между ним и цветком переключался, он мне напинал. Да, у него жесткие пушки. Просто через щит два удара он тебе делает, и ты покойник. Чего интересно, с чего они у нее сделаны, блядь? Бронебойный. Андрей Тихонов, поставь лучше пуху с кровотечением. Например. Да ее нету. Ни одну. Палец. Так где какая пизду пуха? Их качать надо. А щит выкини. И лучше два пухи с кровостоком. Ну щит, я понимаю, что тут. Знает, мне кажется, тут этот. Блять, он смотрит куда? Ебанутый, нет. Сука, персонаж смотрит куда угодно, только не на этого клоуна. Пиздец, просто два прыжка, и ты. Он тебя замудохал. Стопудово, причем вот так вот бегаешь, мудохаешься с ним. А из-за него ничего не дадут. Ну, типа, знаешь там, ну, тоже какой-нибудь, и все. Которую ты потратишь, даже не заметишь просто.
Не думаю, что он там что-то крутое охраняет. Ладно, последний раз я попробую. Если нет, то надо искать кого-то другого. А чё у меня так жизни-то мало? Оружия прокачанного нету. Смысл мне вторую пушку на этот, на кровотечение ставить. Она 25 наносила урон. Короче, с этим мужиком все весело, я смотрю. Причем, когда я его нашел в виде босса, точно такого же. Он так, по-моему, не вырубал. Ну, он шотал, как бы, но не сильно, по-моему. Не часто, по крайней мере. То есть, короче, они тут вообще ничего не охраняют. И так котлы ссаные и все. Максимально бесполезные. Андрей Тихонов, там кровосток дамажит, когда накапливается. Блин, теперь их двое. Отлично вообще. Ну-ка, давай попробуем. Ну, осталось-то один удар. Ну, блядь, естественно, ты пока встаешь, он тебя закирачит. Короче, на коне... На коне есть резон, короче, его заковырять. Его выводить надо. И желательно без второго. А второе тоже что-то тебе в спину кастует. Вообще, по идее, сюда надо, а не вот там относиться. Но тут каких-то цветочков слишком дохрена, вам не кажется? Надо вот сюда его выводить. И бежит. Дали на него косарь, и что еще? Одеяние убийцы за имение. Перчатки, шпаки. Стопудово, сейчас посмотрите, это мне не подойдет. Вообще. Зато весит до хрена. То есть фактически вот эти два уродца, которые здесь стоят, они только охраняют цветочки. И вот это вот что. Это такое. Вот вот.
справочник парфюмер. О, блин, нарисовался. Ты где стоял-то там вообще? Как этот пидор ваншотит, я не понимаю. То он, блядь, вообще тебя убить не может. Просто потому, что он кастует и бегает рядом. То, блядь, просто тебе хряк кидает, просто ты ваншот. Пиздец, с учетом того, что у тебя шмотки рыцаря, блядь, ты еще там каким-то закрываешься этим, как его, щитом. Поебать вообще. Поразительная ебанина вообще. Пошел ты, блядь. Ну да, эти все на месте. Только я рун не достал. Короче, пошли вы в очко со своими цветочками. Давай, я здесь сейчас ключ хотя бы применю. Их можно, эти ключи, у торговца покупать. Это там, вон, пройдись. Косарь, по-моему, они стоят. Блять, мудохает и мудохает. Ну, он хотя бы сейчас исчезнет. Чё б такого оставить? Во вторую. Форму. Неплохо бы смотрелся, конечно, кинжал, наверное. Вот такой. А это не подходит. Узорчик. Ну, его качать надо стопудово, чтобы он как-то раскрылся. На рапиру. Будем осваивать новые механики. Ой, это злючка. Блять, на второй. Одновременно ёбнули меня с двух сторон. Отлично. Отвратительный катакомб. Я согласен. Названием тут, конечно, в тему.
Так, а что если вот как-то по очереди с ним? Они, ребята, веселые. Откуда он падает тогда? Если его тут нету, вон он где ныкается. Давай, 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 сюда. Так еще есть, по-моему, шанс его заковырять просто. Жадич. Ну, по идее, вот рапира и этот, как он, сабля. Две самые такие прокачанные пухи. Кинопредиры. Ложись спать утром на работу и в субботу пахать на стройке и продолжать стек останавливать за 1500 рублей в день. Чё? В субботу пахать на стройке продолжать стек останавливать... Нет. Что там говорить? Я уже сплю. Где второй? Блять, я застрял там где-то. Сука, а все равно достает. Второй там сзади, да. На придира. 1500 рублей мне обещают в день. Еще не получал за. По работенко на любителя. Каждый день с утра. Ну, хорошо. 1500, ну, нормальные деньги. Я так понимаю, стройка какая-то. Вот в подобных катакомбах может быть этот прикол. Может быть призрачная стенка. Ну тут каждую стенку надо долбиться. И на 3D, типа стройка на погоду. Я понял, восстанавливает, наверное, да, что-нибудь. Ну, подумал же, какая-нибудь ловушка. Собака. Там еще чувак какой-то. Кинопредиры. Да, литейный цех. Так, ну и что? Сюда получается.
Ну, начнем его по стелсу. Вот так. Обычно в таких катакомбах какой-то есть рычаг. Или что-то в этом роде. Подозрительно тихо все. Первая удача. Так, она закрыта, да? Значит, чтобы это открыть, нужно где-то искать призрачную стенку. Открылись. Как он там попал, вообще не понимаю. А где эта стена-то? Хотя вполне вероятно, то, что у него прям этот... Давай, мужик. Через текстуры херачит вообще. Ничего не стесняется, блядь. Как понял. Там наверху стопудово этот рычаг. Короче, мы этих товарищей, наверное, всех поскипываем. Чёртовая бабушка. Блин, не туда свернул. Где-то прям надо искать стенку, в которой будет проход. Там будет рычаг доступа. Ну-ка. Тайная тропа. Да вы гоните ж. Что за мудак тут написал эту херню? Ну-ка. А, плохо, да, оценить. Сделал, блин. Мне подсказывал вот эту хуйню свою. Ух-ха. Ах, пылатого бастарда. А, ну это такие же черти, которые сейчас на меня нападают в начале вот этого. Да, да, конечно. Андрей Тихонов, пиздоболы они такие. Так вот, то-то и оно, то что, блядь. Слушай, а к боссу проход гораздо проще подходить. То-то и оно, то что пиздоболы они такие, да. Постоянно, вот, блядь, ты читаешь эти сообщения, когда не чтобы действительно помочь, где-то открылась тяжелая дверь. Тайная тропа, ну и куда там она нахуй тайная? Этим жирничем можно и не биться вообще. Ну вот так.
Пускай там сами с собой дерутся. О, их еще и двое. Парфюмер Триша. Просто два раза прыгнул этот бастард и все. Ебать, он резкий, как понос просто. Не, это жесть. А, блин. Ну, то я теперь дорогу короткую знаю. Ну как короткую? Просто знаю дорогу. Давай к нему попробуем все-таки щит, пока оружие, блядь. Да уебок ты, сраный, блядь. Ебанько. Сука, ты отъебешься от меня? Он весь уровень за мной бежит. Все, наконец. Спасибо. У нас же пауза, блядь, естественно, не работает в игре. Попробую сейчас этого бастарда хреново там заковырять. Андрей Тихонов. Главное, в катакомбах ландыши собирай. МБ баба появится, что духов прокачивает, а не для этого. Да, я знаю, могильный ландыш это для прокачки духов. Я их собираю, баба не появляется. Я не знаю, я, может быть, какой-то квест нарушил. Не знаю. Просто пиздец. Ты прям с порога тебе выхуйкивает все здоровье вообще. Не оставляет шансов. Круто, чё. Ну вот первая подача щит спас. Андрей Тихонов, у тебя щит с кровостоком есть. Только я хз, как именно щит в этом плане работает. Да, наверное, на парирование, мне кажется. Найс, босс. Ну да, он волшебный. Плохо, что их два. Это прям удручает. Ну давай попробуем челиков. Все, встань куда-нибудь. Минус один. А тот там разматывает, старается, бля. Да, у него подача. Ну, в шоке. Стопудово. Вот я о чем говорил. Надо, чтобы стамина была до конца этого, до конца экрана, блядь. Тогда ты, может быть, как-то его сможешь вынести. Ебашит, как заведенный вообще.
Ну, чуваки помогли хоть как-то. Отвлекли его, можно хотя бы этого второго наебнуть. Можно призывать кого-нибудь, просто не париться. Форвер. Этого босса можно сбивать двуручными мечами. У меня двуручных нету мечей прокачал. Заебись. Да, блять. Он просто, сука, выйти не дает. А тот вот я в колонну уперся, блять, а тот он меня придавил с собой. Заебись вообще. Он просто начинает. Ты заходишь только, он делает прыжок, нахуй, выносит у тебя здоровье. Все разлетается, и остальное он добивает. Охуенный вообще. Я его уже такого увалил. Вот у него этот, как его, пушка с него упала. Ну че у него урон-то? В сравнении с моей. Форвер. Как. Он за этого пидора вот такую пуху дают. Ее качать надо. Короче, такой же расклад, как и всегда. Тебе дают оружие. Ну, поначалу, ну, такое. Хупомешь, короче. Пока не прокачаешь. Для прокачки у тебя практически нет ничего. Как бы есть, но этого немного. Поэтому ты должен, типа, сразу выбрать, чем будешь пользоваться. До конца игры желательно. Что тут собирать-то? Все проебал. Блять. Он один-то сложный. А тут еще второго пидора подселили. Чтобы что? Чтобы страдать побольше? Ну да, что-то. Что за вопрос? Короче, надо перед тем, как к нему зайти, хотя бы прикрыться щитом. Чтобы первый удар попал хотя бы туда. Не так сильно у меня здоровье снесет. Правда, забава-то в том, что он, если начинает лупить в одну точку, он туда и будет херачить. Причем практически за без остановки. Надо еще как-то чуваков кастануть, чтобы они его отвлекли. Да, полстамины, хуя. Да встаньте, блядь, с картов-то, утырок. Нахуй пошли, занимайтесь там. Боже, я вообще рядом с мечом рыцаря не вижу. Хищай, гитарей не лопались. Два стамина, я всех захуярил. Для него на плюс. 4 плюс. 5 и плюс. 6, но у меня нет прокачки на плюс. 3. Пиздец, он дает на секунду открыться, чтобы добить тебя, хуям собачьим. Пока ты встаешь, блядь, он наносит тебе еще 5 ударов.
Причем рыцарь ящейки Даривилла. Без понятия, что это за меч плюс 2. Хоть у меня есть прокачка для него на 4, 5, 6, но у меня нет прокачки на 3. Ну, ко мне поищи, побегай по пещерам. Будет тебя не на 3 и на так далее. Ко мне на плюс 3 сейчас много встречается вот здесь. Вот в этом вот озере. Каждая вот эта вот штучка, она, по-моему, с камнем на плюс 3. Вот эти кружки. Раз, два, три, несколько. Как раз заточить пушку хватит. А так, посмотри по пещерам. Там много камушков. Просто хуй знает, сейчас такие боссы, я не знаю, что там с ними делать, когда пушка на плюс 2 заточу. Будешь вот 10 лет ковырять. Форвер, хорошо посмотрел, спасибо за подсказки. А ты что, в пещере не был никогда? Я вот заметил то, что в пещере камушки валяются. Ну и так еще плюс-минус. Блять, а ты ебешься от меня, нет? Да, и пацаны не на того всагрились. Да быстрее. Рубаный, ты почеши. Меня зажало между двух боссов. Бешеный какой, а? Блять. Ну тут котяк в другом. Пацаны цагрились на этого, на парфюмера, короче. И он просто взял моего моба, заковырял, а я пока добьюсь, ну, пока я с этим бился. Понятно. В общем, мобы тут ни о чем. Вот, по крайней мере, у меня вот эти вот дефолтные, ну точнее, практически дефолтные, они там в самом начале давались. Но они практически ни о чем, как бы. Они только чисто на отвлечение. То есть, как боевая единица, их нехер рассматривает. Подушки для битья чисто. Так вот. Надо так, чтобы. Тех, кого я призываю, агрились чисто на этого. Тогда у меня появляется, ну, время замочить вот этого второго кастующего. Потому что иначе мне. Ну там тупо. Он дает открыться на секунду. Блять, ну серьезно? Не в тайминг. В
Пиздец, он бешеный, просто он выебывает. Но тут пока второго не завалишь, с первым вообще драться нет смысла. Надо успевать. Но сейчас он почему-то моих рыцарей вообще просто нахер. Не знаю, там 2-3 удара сделал, все, они отъехали. Сука, эти бешеные прям с самого начала уровня за мной бегут. О, катакомба. Это пиздец, просто ты на секунду, блядь, запнулся, и все, тебя догоняет то, что летит сзади за тобой. Сколько это? Три их, четыре, нахуй. Это пизда. Ай, блядь, дичь какая. А так не ебает, так приходится, блядь, просто прям чистить все, чтобы, да, спокойно бежать, проходить. Ну, прикинь, сколько тогда времени это все будет занимать. Я тебе в пизду получу. Заклинание, когда ты взлетаешь, и начинаешь везде стрелять лазером, как миг. Да тут в целом во вся игра, но с упором на магию идет. Пойдется тоже мага что-то перекачивать. Не лишненьким тут заебешься просто. У врагов толпа, то, блять, по два босса нахуй. Форвер. А еще есть заклинание, которое ваншатает боссов. Я думаю, такого заклинания нет. Хотя бы серваки работают. Спасибо. Ебанушки нахуй. Форвер, есть эта комета. Там, наверное, блять, чтобы ей пользоваться, надо там, наверное, 50 тысяч левелов себе на мудрость с верой, да, поднять. Видел я эту комету в продаже?
Блять, пиздец, ты пьешь нахуй, он тебя ебашит. Ты отходишь, он тебя ебашит. Ну, 52 мудрости, ну ты представляешь, да, сколько надо качать в эту хуйню. Надо больше вообще, в принципе, с начала игры только в мудрость вкидывать и все. Но не факт, что эта херня будет работать нормально. Плюс еще и интеллекта стопудово она там занимает. Сейчас еще последний раз попробую, будем закругляться. А, блядь, в пизду бесит меня этот пидор. Первого знает, по идее, надо первого выносить. Но у тебя тупо времени мало. Да и мобы беспонтовые. Ну, в смысле, тех, которые ты кастуешь. Он их выносит сразу же. Такому гаврику надо с чем-то серьезным приходить. Ну и вот. Все началось с пиздюлей. Давай, ты сдохни нахуй. Главное контролить здоровье чуваков. Все хорошо. Все, челик мой отъехал. Че, психопат, давай. Ну, как-то так примерно надо. Если он что-то не решит. Че у него за рейндж? Я вообще не врубаю. Такое ощущение, что у него там два меча, блять, одновременно. И огурец, по-моему, у него и жопы-то. Не, уже психи берут, надо заканчивать. Пизду, я не знаю, может быть подкачаться, может перекачаться, чтобы к ним прийти как-то на серьезных щах базарить. За жизнь, так сказать. Ладно, будем заканчивать. Сейчас после стрима еще посмотрю там насчет прокачки, что как. Вот. Ладно, ребят, спасибо всем за поддержку. Кто не подписался на канал, подписывайтесь.